Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Значит, мы с вами рассматриваем суждения. Суждения. И находимся в какой сфере? Мы находимся в учении о понятии. О понятии. Так вот, в самом начале раздела суждения говорится, что суждение есть положенное в самом понятии определенность понятия. Что такое определенность? Все знают. Что такое определенность? Небытие, принятое бытие, так что конкретное тело имеет форму бытия. Бытия. Ну, сейчас, поскольку молодежь говорит, короче, что это? Небытие. Отрицание. Отрицание. То есть суждение – это, так сказать, именно положенное в самом понятии его определенность. То есть оно благодаря суждениям понятие становится определенным. А если суждения бы не было, понятие было бы неопределенным. Потому что в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Правильно? Если у вас черное не забелено или белое не зачернено, то ничего вы не увидите, нет никакой определенности. Поэтому вот то, что мы знаем из учения о бытии, конечно, используется потом и вот здесь учение о понятии. Суждение есть – это полагание определенных понятий самим же понятием. Это я читаю с 47-й страницы, 2-я глава суждения. То есть из того раздела, который мы с вами изучаем. У нас сегодня тема сегодняшнего занятия – суждение и рефлексии. Ну, как разбирать тему? Надо к ней снова как бы подойти, чтобы, так сказать, после того, как мы взяли разгон, прошли, продвинулись дальше, сколько сможем. Суждение поэтому может поэтому быть названо, говорит Гегель, ближайшей реализацией понятия. Поскольку слово «реальность» вообще обозначает вступление в наличное бытие, как в определенное бытие. Моменты понятия в силу его рефлексии в себя. Что такое рефлексия? Все знают, что такое рефлексия? Отражение. Отражение. Что значит отрицание? Особенное отражение. Единичность, отражение. Особенность и всеобщность, моменты понятия. А я спрашиваю, что такое рефлексия? Она, рефлексия – это отражение. Рефлексивное понимание – это вот через отражение. Вы можете на себя посмотреть в зеркало. Вот если вы посмотрите на себя в зеркало, то отражение – то, что у вас слева, будет справа. Правильно? Так что почти все так же. Но кое-что не так. Сердце будет справа. У того образа, который вы увидите. А так все вот так изображено. Но обычно хирурги, они непосредственно не по зеркальному отражению оперируют, а непосредственно по телу, которым они располагают. К счастью. Так вот, моменты понятия в силу его рефлексии в себя, или, иначе говоря, его единичности, суть самостоятельной тотальности. Это всем понятно, что такое самостоятельной тотальности. Поскольку у нас тут некоторые запугивают детей словами «тоталитаризм», то я на этих словах специально останавливаюсь, потому что Гегель широко очень использует понятие тотальности. Что означает «total»? Целое. Целое. Вам это стакан целый, тотальный, или полстакана, огрызок от стакана. Вот если его бросить на пол, лучинокаменный, то, что останется там, какой-то самый большой кусок, это не тотальность, правда же? Ну, тотальность, если все, вот, все собрать, осколки, и в один, так сказать, на один ковшик собрать, прежде чем выкинуть, то это вот тоже будет тотальность, правда? Это все же. Тотальность частей. То есть тотальность означает цельность. Но здесь в данном случае очень важно говорить о тотальности, потому что
Нельзя так понимать, что это часть, а это вторая часть. Осуждение – это целое. На самом деле, что здесь Гегель говорит? Что в суждении каждая его сторона представляет собой на самом деле тотальность, то есть целое. Только форма, так как бы они разведены, но на самом деле целое. Вот если я на вас смотрю, у вас есть голова, а есть туловище. Ну, голова можно рассматривать голову как тотальность? Нет, без туловища нельзя. А? Но если целую голову рассматривать, то... Ну, как отдельно. Можно говорить о голове, если нет туловища? Почему нельзя? Можно. Если голова живая, ну, вы какую голову имеете? Я-то живую вашу живую голову имею. Если живая, только вместе с телом. А вы уже стали рассматривать вопрос голова без тела. Не надо расчленёнку сюда. Но. Актуально последний. Тем более актуально. Так. То есть очень важно это понимать, что каждый, вот, если речь какое-то целое, то, что берут как части, части, говорит Гегель, это не истинные категории. Не истинные категории, потому что как часть, она без целого. То есть если она часть, то она выражает или определенное выражение этого целого. Правильно? То, что вы записываете рукой, это находится у вас в голове. Правильно, когда вы рукой записываете? Нет, это значит, это не голова. Это у меня рука, это пишет. А голова думает совсем о другом и другое. Можно так ставить вопрос? Или там существует венозная кровь и кровь артериальная. И что их надо? Можно их сказать, это одна часть, это другая часть. Или они представляют собой целое. Целое, и каждая из них без другой не существует, поэтому каждая из них тотальность определенная. Как капиталисты не могут быть без рабочего класса? А? Как капиталисты не могут быть без рабочего не класса? Не могут. Так что не расстраивайтесь. Сильно они, хоть сколько они не увольняют, но какое-то количество оставят. Иначе нет. Никак не собрать. Но это могут быть другие, которые в другом месте могут оставить, а в этой стороне могут и убрать. Так. Во-вторых, это он во-первых говорит Гегель, а во-вторых, единство понятия выступает как их соотношение. То есть соотношение чего? Двух тотальностей, которые как бы с разной стороны это целое представляют. С разной стороны. Или по-разному представляют. Но это все выражение одного. А чего? Понятие. Мы вообще что разбираем сейчас с вами? Понятие. Понятие. Не забываем. Вот мы понятие разбираем. Поэтому от того, что мы написали суждение, не надо забывать, что речь идет о том, что мы разбираем понятие. И это вот, это только определенности понятия, вот эти все. Само суждение, есть определенность понятия. И разные определенности мы разбираем и так сказать, по порядку за ними идем. Так, суждение содержит в себе определенное понятие, в отличие от понятия, все еще неопределенного. Суждение содержит в себе определенное понятие, в отличие от понятия, все еще неопределенное. Мы говорим просто от понятия, никакое не конкретно не берем. Тогда мы говорим просто понятие. А когда речь идет о суждении, то это уже понятие конкретное. Вот в чем и разница. Когда, если как только мы перешли к суждению, почему? Потому что тут определенность появилась. Это самое отрицание. Без отрицания нет определенности. Чистое бытие и, соответственно, наличие бытия. Чистое бытие, оно что же, ну, как оно есть только. То есть, а что оно у себя? Можно так? Можно. Можно. А отрицание это что? Раз вы так поставили вопрос, то я, у меня к вам вопрос. Отрицание – это что? Дайте определение отрицания. Уважаемый товарищ, дайте определение отрицания. Вы не можете, мне такой вот вопрос задали в редакции, когда книга у меня выходила. Планомерное разрешение противоречия развития социализма, как в первую фазу коммунизма. Ну вот я полемизировал постоянно в этой нашей редакции, которая сильно тормозила выход. И они спрашивают, а это что такое?
Я подумал так. Не знаю, я завтра скажу. Я пошел домой, стал листать, все смотрел. И что я там выяснил, написано определенность. Отрицание. Отрицание. Это ничто или просто не. Очень все просто и понятно. Отрицание это ничто или просто не. Вот Шабазов мое отрицание, потому что он не я. Соответственно, я его отрицание. Поскольку я не Шабазов, и вся разница. Тут ничего такого особенного не говорится, но постепенно мы вот эти простые моменты, с которыми связано вообще выражение мыслей, делаем чем? Предметом рассмотрения. Вот чем занимается логика? Для нее предмет рассмотрения – сами мысли, само мышление, постижение в понятиях. Субъект в сопоставлении с предикатом можно, следовательно, ближайшим образом понимать как единичное по отношению ко всеобщему, или также как особенное по отношению к всеобщему, или как единичное по отношению к особенному. Важно, чтобы вот они так и так понимали. И вот мы с вами это все рассматривали, и уже с вами изучили, должны знать, что такое суждение наличного бытия. Но у него есть, как всегда, где-нибудь такое описание того, что уже прошли и куда еще пойдем. И иногда нужно эти места находить, потому что при первом, втором или третьем или четвертом чтении это не бросается в глаза. Но если не полениться четвертый, пятый, шестой и седьмой раз прочитать, как раз будет ясно и видно, что вот оно есть. Например, на странице 53 говорится внизу суждение, каково оно непосредственно. А чтобы никак нельзя было иначе истолковать, непосредственно дано курсивом. Суждение, каково оно непосредственно. Это не значит, что суждение только к этому сводится. Но непосредственно вот оно такое. Какое? Есть ближайшим образом суждение наличного бытия. Означает ли это, что суждение есть суждение наличного бытия? Нет. Означает ли, что это вот каково оно непосредственно и ближайшим образом суждение наличного бытия? Ну, это для начала. А за наличным бытием что еще идет? А дальше мы знаем, что идет за учением о бытии. Что идет за учением о бытии? Сущность. Учение о сущности. Значит, там дальше пойдет уже то, что относится к учению о сущности. А мы находимся в сфере понятия. И поэтому он, поскольку мы находимся в сфере понятия, значит, он может оперировать уже и оперировать не категориями сферы понятия, а категориями, всеми теми категориями, которые пройдены. Ну и вот это, ну, какое предъявляет требование к участникам кружка, или к любому человеку, который изучает науку логики, диалектику, что он должен видеть каждую следующую категорию как результат развития предыдущих категорий. И каждая следующая категория включает в себя все предыдущие. А не так, что мы вот взяли вот этот хвостик, конец. Нет, так сказать, это все. Как, скажем, вот нынешнее человечество, оно есть продукт развития человечества за все время существования его. Правильно? Так. Так вот, суждение, каково оно непосредственно, есть ближайшим образом суждение наличного бытия. Его субъект есть непосредственно некоторое абстрактное, сущее единичное, а предикат – некоторая непосредственная определенность или свойство субъекта, нечто абстрактно всеобщее. Вот есть единичное, абстрактно всеобщее. Субъект есть предикат. Так как это качественное в субъекте и предикате снимает себя, то определение одного ближайшим образом светится в другом. Что значит светится в другом? Отражается в другом. Таким образом, суждение есть, во-вторых, суждение рефлексии. Видите, как я вырулил к теме нашего занятия. Уже никто не скажет, что мы ничего из темы занятия не изучаем. Вот уже пошло изучение. Но это скорее внешнее синтезирование. Скорее, внешнее синтезирование переходит в существенное тождество некоторой субстанциальной необходимой связи. Таким образом, суждение есть в-третьих, суждение необходимости. Это мы сегодня изучать не будем. Я думаю, чем-то я должен порадовать присутствующих. Вот можем уже и порадоваться. Это не все. В-четвертых,
Так как в этом существенном тождестве различие субъекта и предиката стало формой, то суждение становится субъективным, оно содержит в себе противоположность понятия и его реальности, и их сравнение. Это суждение понятия. Это четвертое. И вот вам, так сказать, весь план работы, в том числе план нашей работы, с учетом того, что мы сейчас, сегодня изучаем. Какое суждение? Рефлексии. Вот он уже определен. И это очень важно, чтобы сказать, вот почему, говорят, я тут читаю, тут темный лес. Почему темный лес? Что такое темный лес? Не знаю, где я проходил и куда иду. А мы знаем, откуда мы идем. Вы откуда идете? С какой точки? С работы. А? С работы. Не с работы вы идете, а с чистого бытия. А почему вы свою работу называете чистым бытием? Вы где сейчас находитесь-то? Вы где находитесь? На кружке. Вот в кружке. Вот и откуда вы идете? В кружке. С какой точки вы идете? Отсуждение наречного. Сначала чего вы идете? С чего начинается наука логики? С чистого бытия. Ну вот я это и спрашиваю. Ты какой-то я такой заковыристый, что ли, вопрос задал? Уже проще вопроса нету. Я же не сказал, что хоть за ним будет, а просто вот с чего вы, товарищ Восковский, начали? С чего начал? Вы могли бы сказать просто с бытия, но если бы про это бытие ничего не сказали, то оно в любом случае просто чистое будет вначале, и все. Вот Борис Николаевич, он кое-что прочитал из науки логики. Вот я вас прошу, что вот первая категория науки логики какая? Борис Николаевич. Первая категория, начальная категория науки логики какая? А, вы сейчас не слушали, что сейчас у нас о чем идет разговор, отвлеклись. А вот товарищ Кучук слушал, он сейчас вам скажет. Владимир Александрович, скажите товарищу Гавшину, с чего мы начинаем? С чистого бытия. Бытия, нет, категория. Нет, вот слушайте внимательно, что сказал товарищ Кучук. Так с чистого, а вы прямо вот с какого-то непонятного бытия начинаете. Откуда оно взялось-то бытие? С чистого, про которое мы еще ничего не можем сказать, кроме того, что оно есть. Бытие, что оно есть, и все. Это чистое бытие. А дальше там много всяких бытий есть. Скажите, пожалуйста, наличное бытие – это бытие? Бытие. А нечто – это бытие? Бытие. А конечное – это бытие? Бытие. А бесконечное – это бытие? А для себя бытие – это бытие? Тоже бытие. Видите, сколько много? И для иного бытия. А? И для иного бытия. Да. Так, бытие а для иного? А разве категория не первая? Бытие для иного – это не бытие. Бытие. С чего это вы взяли там? Как пишется бытие для иного? Можете вы сказать, как пишется бытие для иного? Бытие тире. Дефис. Вы различаете знак? Тире это вот сверху там. Пум, тире. А вот чтобы поставить. То есть дефис так, а вот если по тире поставить, вот так. На компьютере. Это разные знаки совсем. Там никакой не тире, там дефис, черточка. Ну, кое-либо то-нибудь поставить дефис, не забудь. Вот к этому учили. А так это редкость. А у нас все время ставят сейчас, вот посмотрите, в всяких рукописях, сказать, пишут, в переписке, все время ставят вместо тире. Ну, для иного же на бытие. Правильно, а? Ну, для иного же на бытие. Нет. Это уже надо понимать, как нет, бытие для иного. Сущности. Нет, бытие для иного. Сущность еще далеко впереди. Ну да, пойди, да. А тут бытие для иного, это что такое? Где это находится? К чему это относится, бытие для иного? К ничто. А? Ну, ничто. Вы уже два человека сущность сказали, вы далеко ушли. Нет, ничто. Чего? К ничто относится? Нет. Ничто. Здравствуйте. Какое ничто бытие для иного? Вы что? Вы не знаете? Вот скажите товарищу. Конечно. Вот товарищ, а видите, спокойно еще. Сидит и смотрит. Когда они перестанут эту чепуху говорить? Как ковенка не едет, да? Нечто. Это два момента нечто. Один из них – это момент равенства с собой, который называется?
себе бытие, в себе бытие. В себе бытие. Раз это один момент, поэтому пишутся эти дефисы, которые не разрывают слово. Потому что если тире – это два слова. Бытие в себе – это одно слово, а не три. А если я напишу тире, будет три слова. Бытие, разрыв, в – второе слово, разрыв и третье слово в себе. То же самое бытие длинного – это моменты. Поэтому то, что ваше предположение о том, что это какое-то бытие, неправильно. Это момент, нечто. Момент нечто – это тем более уж бытие длинного. Это еще какой момент? Который момент неравенства нечто с собой. И этот момент неравенства нечто с собой вы хотели выдать нам за бытие. Но у нас народ тут грамотный. Вот на вас как смотрит товарищ. Смотрит, он уже прицельно смотрит на вас. Так. Но это вот бытие. А дальше для категории сущности, какая категория, там с чего начинается? Самый первый раздел большой. Учение о сущности. Учение о чем? Ну, мы это должны как бы картину-то знать. Мы только что обсуждали с вами. Как мы пойдем дальше, нам же нужно дальше разворачивать целое. Мы же о тотальности с вами говорим, total. Чтобы мы это должны не потерять, все, что у нас было, да, и пойти дальше. Рефлексия. А? Рефлексия. Рефлексия. Ну, вот есть люди, которые знают. А у меня еще главление. Они по правую руку сидят. А вы по левую, потому что не знаете. Низкий толщик. Во всех этих учреждениях, на всяких постах там очень важно. Рассадка там очень важна. Так, значит, что получилось? Рефлексия. Это учение. Что такое рефлексия? Перевод. Товарищ Шапс. Рефлексия – это что? Рефлексия – что такое? Рефлексия – это отражение. Ну, видите, Шапс он всегда знает. Когда нужно узнать истину, обращайтесь к Шабусу. Сразу вам скажут. Рефлексия – это отражение. Вот если я скажу, что вы не похожи на тот шкаф. Это я о вас говорю или о шкафе? Я о вас говорю, но рефлексивно. Вот. А вы мне можете ответить, а вы, Михаил Васильевич, не бревно. И мысль со мной будет связана одновременно с чем? С бревном. Поэтому совсем не обязательно говорить, вот вы бревно. Зачем так это грубо, без диалектики? Зачем так вот я скажу, вот вы... Плохой человек. Зачем вот говорить плохой человек? Я скажу, что он не совсем плохой. Но это как бы я его похвалил, одновременно и приопустил. Это тоже важно. Нам же приходится дискутировать, обсуждать, спорить. Вот. И у нас всякие спорщики есть, правильно? Поэтому надо этими вещами надо владеть. Это попутный продукт этого изучения. То есть по дороге мы идем и кое-чему одновременно учимся. Значит, рефлексия. Поэтому как можем мы забыть, что вот учение о сущности мы прошли? Совсем, что ли, прошли? Что если один человек знает, что была рефлексия? Вот вы-то знаете, что она была. Потому что вы тоже как бы участвуете в работе кружка. А те, которые не тоже, они не знают. Ну вот, поэтому, когда речь идет о сущности, вот с этого начинается вся сущность. Потом мы знаем, что появляется снова категория бытия, но уже другого бытия, бытия в сфере сущности. Что, чем характеризуется бытие в сфере сущности, Владимир Александрович? Это что такое? Бытие в сфере сущности? Чем оно отличается от бытия в сфере бытия? В сфере сущности. Это сфера сущности. Да ладно. Снятое. Отрицание. Снятый директор – это уже не директор. А? Снять – это же отрицание. Что вы говорите? Восстановленный через сущность бытия. Хорошее название. Сейчас у нас молоко есть натуральное, их там мало. А в основном оно восстановленное.
Из чего она восстановлена? Это из сухого. Откуда он берется? Ну, у нас коров-то мало, а молока много. Откуда берется? Закупаем за границей, оттуда с этого сухого молока много присылают. А никто же не говорит, что у нас голов крупного рогатого скота стало больше. Слышали такое высказание? Я не слышал. Я слышал, что у нас было примерно 20 миллионов голов до 90-го года, а сейчас 9 примерно. Это я слышал. Но молока больше. Молока, конечно, гораздо больше. Сколько вам намешать молока? Если говорить о молоке, восстановленное молоко. Восстановленное через сущность бытие. Ну, это когда рефлективное определение уже подходит к моментам, где основания у нас появляются. Да. А там мы можем нащупать уже определение основание. Подходит к основаниям? Или когда появляется основание, тогда появляется и вот это вот... Бытие, да. Но наоборот. Ну, восстановленное. То есть то, что я вам сказал, можно понимать только наоборот. Да. Будет правильно. С основаниями, у которого есть основания, и что? Кроме основания? Условия. Вот. Вот учитесь. Мы специально с ним готовились. И я-то его не готовил. Он просто я сам по себе готовился, а он сам по себе готовился. Но мы готовились специально. Почему специально? Потому что кружку. Так. То есть восстановленное через сущность бытие, это бытие, у которого есть условия и основания. И оно уже снова появилось, это бытие. Потом оно появилось уже как явление, потом как действительность. А вот то, что характерно для учения о сущности в самом начале, то, что резко отличает от учения о бытии, это рефлексия. Поэтому вот почему такое это рефлексивное название? Да потому что вот это вот выражает особенность не наличия бытия, а наличие вот такой категории, как рефлексия. Вот что характерно для учения о сущности. Потому что и все те другие виды бытия тоже уже рефлексивные, потому что у существования есть основание, пара. У явления есть... Закон. Закон. А у действительности что есть? Что, ничего нету в действительности? Нет, есть. Видимость. А? Нет. Видимость. А у действительности одна видимость. Так действительность-то как-то тоже, она же выше предыдущей категории. А чем она выше? Есть проявление. Проявление – это явление. Существование есть. А? Существование есть. Существование само собой есть. Существование есть, и явление есть. Но если действительность более богатая и более развитая категория, чем существование и явление, то это вы, конечно, хорошо додумались. Нет. Беспроигрышно получается. Понятие уже? Нет. Ладно, не надо такие скачки. Вперед голубом. Мы говорим о категории сущности. А? Достоверность. Достоверность – это вопрос о понятии. Достоверность – это мы вот проверили. Необходимость. А у вас там оглавление написано? Ну, это означает сдаться. Там же написано. Можно я скажу? Но мне надо как-то демонстрировать, что я руководитель кружка. Не открывай. Иногда демонстрировать. Ну вот я сейчас продемонстрирую. Значит, действительным называется явление, которое соответствует сущности, соответствует закону. То есть, если вы имеете закономерное не в глубине, что у вас в голове не очень добрый человек, а сейчас подошли ко мне и дали мне сразу по голове. А в голове, а внутри, там, в душе вы очень добрый человек. Это просто была форма проявления, потому что вы мне дали, а другого погладили. А проявление закономерности в явлениях? Только чтобы эта вот закономерность, она была уже на поверхности явлений. Вот когда это закономерное выходит на поверхность явлений, тогда это действительное. Действительное. Действительных людей немного. А людей? Много. Много. Потому что действительный человек – это человек, который в сущности человека, который думает не о том, как мне свои только проблемы решить, а как решить проблемы, с которыми борется общество в целом. Вот человек, который отвечает сущности человека – это действительный человек.
Ну, а остальные тоже люди. И ничего плохого. Нельзя сказать, что они плохие люди, правда? Нет, неплохие. Они неплохие, хорошие люди. Они делают хорошие поступки. И делают они еще отрицательные поступки. Но мы не можем, так сказать, не использовать такую категорию. Эта категория самая редко используемая из всей сферы сущности. И вот даже наше короткое тут ознакомление с представлениями о действительном это показало. Проявило. То есть это же очень важно, чтобы человек был действительно отвечающим сущности человека. И чтобы это было не только где-то там в душе, а чтобы и в поступках это выражалось. Ну, потому что поступки – это проявление в действиях. Если в действиях… Вот вы хороший человек, да? Вот он засомневался. Целом. А? Да. В целом. Ну, я думаю, что вы хорошие не только в помыслах, но и в своих действиях, правда? А иначе, так сказать, вопрос о хорошем человеке как-то размывается. Энгельс же сказал, что человек... А? Энгельс сказал, что человек – это обстоятельство, ну, продукт обстоятельств. И что? Ну, то есть вы хотите снять с себя ответственность, да? Что вы потому не действительный человек, что так как сложились обстоятельства, вот такие родители плохо меня воспитали, товарищи не помогли. И, так сказать, хотите индульгенцию получить? Да, мы вас освобождаем от ответственности. А? Обстоятельства и воспитание. Ну, а и воспитание такое было. Поэтому, говорит, ну что делать, вот такой я родился. Это как-то неубедительно получается. То есть в этом варианте использовать... Человек из продукта обстоятельств воспитания, но такое должно быть воспитание, и так он должен быть продукт, между прочим, еще и самовоспитание. Или это воспитание не входит? То есть он должен над обстоятельствами подниматься, человек, когда он будет... А зачем ему подниматься над обстоятельствами, когда эти обстоятельства им же самим и создаются? Ну, человек может, скажем, только в борьбе стать борцом. Ну, не можешь, нельзя же стать борцом вне борьбы. Нельзя. Ну, да. А вы почему не боретесь? Да я продукт обстоятельств воспитания, отстаньте от меня. То есть, формулировки-то можно ведь использовать такие, красивые, по-разному. Правда? Вот, то есть мы, короче говоря, что мы вот здесь остановились на том месте, где как бы план действий вперед Гегель предлагает, что есть суждение наличного бытия, суждение рефлексии. Какие еще? Суждение необходимости. Необходимость – это уже относится к действительности. Правильно? Mm-hmm. И суждение понятия, оно переходит плавно в суждение понятия. А иначе непонятно. Ну вот попробуйте заучить вот такие, что надо, что бывает суждение. Запишите, пожалуйста. Что бывает, тем более сейчас вот записывают, у нас вообще нет проблем, запишите, пожалуйста. Что у нас бывает суждение наличного бытия, суждение рефлексии, суждение необходимости, суждение понятия. И мы их берем как рядоположенные тогда. Вот Гегель все время выступает против этой рядоположенности. Они не рядом положены, одно из другого вытекает. Потому что есть самые простые суждения. Эти самые простые суждения, они называются суждения наличного бытия. Мы их прошли. Вы прошли суждение наличного бытия? Мимо прошли, или через него прошли, или оно через вашу душу прошло? Прочитали. А? Прочитал, понятно. Человек выскользнул, короче говоря. Видишь, какой народ милый уже стал. Подквалифицированный, подготовленный. Да, подготовленный. Ты не поймаешь. Так, потом пошло. Вот мы, а теперь вот мы остановились на теме сегодняшней, это суждение рефлексии. Ну, раз мы на ней остановились, мы к ней переходим. Суждение рефлексии, оно идет после чего? После суждения наличного бытия. После бесконечного суждения. Кто-нибудь... Самое, чтобы нам к нему перейти, надо же знать, от чего переходить. Бесконечное суждение. В чем кто-нибудь дайте пример бесконечного суждения. Легкий вопрос. Говорят, что цена товара – это вот пересечение цены спроса и цены предложения. Вот получается, что цена – это цена.
Я думал, вы легкий себе путь выберете, а вы как сюда тяжелый взяли, берете на себя груз. Вот тут написано. Положительно бесконечное суждение гласит, всеобщее есть всеобщее. До этого легче додуматься, чем до того, что вы сказали. Вот, прямо середина, вот, 65-й страницы. Всеобщее есть всеобщее. Если вам это не нравится, единичное, единичное. Выше, второй абзац. Вот говорят, трудно мне изучать науку логики. Ну как вот трудно? Вот вы смотрите, вот как может быть трудно? Мы находимся в третьем томе науки логики, на 65-й странице. Я задаю вопрос, глубокий такой. Да? Какова форма бесконечного суждения? А вы спокойно отвечаете мне, что? Всеобщее есть всеобщее. Вот видите, вот учитесь. А есть другой вариант ответа? Единичное есть единичное. Вот. Вот, товарищ, вот это продвинутые люди. Вот все у нас записано. Вот у нас самые способные. Там все на правую сторону. Левая. Так левая она и левая, потому и левая. Нет, там тоже сидят люди такие, но такие. Ну, да, с той стороны посмотреть, они слева. Ну, они пренебрежительно относятся, наверное, к таким высказаниям. Ну, что это такое за суждение? А чем оно хуже, чем например, единичное есть... всеобщее. Там вообще это надо разбираться, как это единичное есть всеобщее. А тут уж точно бесконечное есть бесконечное. Единичное есть единичное. Тут точно. Это правильное рассуждение. Ну это правильно же. А если вы скажете, единичное есть всеобщее. Не верю. Какое единичное может быть всеобщим? У меня вот есть яблоко. Вы говорите, что оно всеобщее. Сейчас отнимите у меня это яблоко. Только я скажу, что кошелек ему единичный, он всеобщий. Сейчас же набегут и сразу растащат. Я тогда на карточку перечислю и никому пин-код не скажу. Потому что не отнимут. Поэтому сейчас и переходят на карточки. А то вот нашлись люди, что единичное есть всеобщее. Раз-раз и заберут. Это как в сфере бытия дурная бесконечность. А? Ну, некая аналогия. Как в сфере бытия дурная бесконечность. Нет, аналогия, вот Гегель однозначно говорит, худший вид рассуждений. Да. Да. Похож я на собаку? Нет. Почему нет? У голова есть у собаки? Есть? Но... Уши есть? Ну, пасть есть, рот. Конечности сколько у собаки? Ну да. Четыре. А почему вы считаете, что я не похож на собаки? Вы хотите сказать, что я бревно? Я понял вас. А мы похожи на вас. Я хотел... Вы таким образом хотите нас обидеть, назвать собаками. Мы же занимаемся тут диалектикой. То есть тут надо понимать, какой смысл эти высказывания имеют. Похожесть. Ну все похоже на что-нибудь. Поэтому аналогия, вот Гегель говорит, многократно. Худший вид рассуждений. Из того, что это вот похоже на то, ничего не следует. Абсолютно никакого вывода сделать нельзя. Нельзя рассуждать по аналогии. Не, ну мы-то берем, как движется суждение. Суждение наличного бытия, суждение рефлексии, суждение необходимости. Но это не по аналогии. Три тома, три книги есть. Так это не аналогия, это развитие. Есть простого в сложное. Движение простого к сложному, которое называется развитием. Развитием. А если вы будете по аналогии, скажете, Петров уже умер, а вы Попов? Вот это рассуждение по аналогии. Ну, как по аналогии? Нет, это вот это истребить надо такое у нас в кружке, чтобы рассуждение по аналогии вас. Такого не может быть. То есть я у нас услышал, это сейчас новая формула, я вас услышал, но делать буду то, что и раньше делал. Это не то, что скажет, согласился, да? Нет, я говорю, вас услышал, а пойду сказал, пойду по путям железнодорожных впереди поезда, так и пойду. Потому что не бывает случаи, когда поезд не догоняет. Бывает, когда у нас сломался. Что такое? Если он за 1000 километров. Так, ну вот, вот значит мы уже с вами дошли до того, какие есть суждения. И что прямо предшествует суждению рефлексии? Это вот предшествует бесконечное суждение на личном бытия, когда мы вроде уж старались их приблизить, ближе. Единичное – это всеобщее, всеобщее – единичное. И доприближали до того, что единичное – это единичное, всеобщее – всеобщее. И что? Все? Нет, не все.
Не все, потому что мы переходим-то, углубляемся в себя. Углубляем. Если всеобщее есть всеобщее, всеобщее – это же всеобщее, значит, в него можно углубиться. Единичное есть единичное, значит, в него тоже можно углубиться, да? Вот мы и углубляемся. Углубление в суждение наличного бытия называется суждением рефлексии. Ну да. Но если вы, это вы, это что, нельзя вас более глубоко изучить? А вы будете сказать, я это не он, не он, не он и не он. И вот что это дальше? До рефлексии. Это до бесконечно можно рассуждать, что вот каждый на кого-то не похож. И что? А вот человека можно искать, любого человека, вот взять вас и изучать бесконечно. И все хорошее, хорошее, хорошее так. Не, бесконечно не кажется, не подойдем к рефлексии еще в процессе. Почему это бесконечно не получится? Душа человека что, конечна по-вашему? Ну вот интересно, вот представление об этом человеке. Я считаю, что у него бесконечно добрая душа. А вы считаете, что вот его доброта кончается, а там душа? А я материалист. А какую материю вы продаете? Общественную. Я чувствую, что вы торгуете материями. Так. И вот суждение рефлексии. В возникшем теперь суждении субъект есть некоторое единичное как таковое. То есть начинается, вот посмотрите, единичное как таковое начинаем изучать. Мы просто берем уже его. Вот мы его, нет, мы, раз мы изучаем его как таковое, то мы даже, у нас единственная дорога к изучению этого единичного в него. Углубиться, правильно? В рефлексии. А рефлексии, а вы что ожидали? Мы когда перешли к рефлективному рассмотрению учения о сущности, мы что сделали? Мы пошли дальше куда-то или углубились в бытие? Ну и здесь тоже единичное. Если единичное есть единичное, эти люди, не считающие, тех скажут, ну все, пришли, остановка. Мы уже начали вы рассуждать. Вот ваш кружок. Единичное есть единичное. Молодцы. Всеобщее, всеобщее, товарищ Кучук, от этого изучайте. Всеобщее, все это всеобщее, единичное, то есть единичное. И ты ради этого и пришли? Ну да, чем больше я начинаю изучать себя, тем... Значит, дорога осталась у нас. Некоторые думают, что дорога только одна. От Иванова к Петрову, от Петрова к Сидорову, от Сидорова к Степанову и так далее. А дорога на самом деле вглубь идет. Вглубь идет. А потом, после учения о сущности, потом снова дорога из этой глубины наверх к понятию. Так? Ну так мы представляем себе путь к понятию. Мы-то уже находимся где, в какой сфере. Это раньше, если бы я такие вопросы задавал, вы бы сказали, что вы спрашиваете такое? Мы этого не знаем. Как вы не знаете? Мы здесь какую книгу изучаем сейчас? Понятие. Учение понятия. Я вот очень настаивал при издании этой книги, что вот это отдельно было издано. Учение бытия отдельно, а учение понятия. Потому что учение о бытии, это значит бытие как рядоположенное берется, а потом углубляется в это самое понятие, учение о сущности. А это вообще, это учение о понятии, это отражение этой сущности, выражение этой сущности и выражение вот этого. То есть это уже следующее развитие, это возвращение к бытию, к такому бытию, которое содержит в себе сущность. Поэтому это, не, поэтому это вот людям неквалифицированным кажется, что ну что, вот единичное есть единичное. Так единичное есть единичное. Одного человека можно изучать бесконечно, правильно? Любого. Нету таких, ничего подобного, никакие аналогии тут не пойдут. Каждый человек у нас единичный. Он не просто особенный. Если сказать, он это вот Васьковский особенный человек. Ну, так и все особенные, вот и он особенный, и я особенный. Так, вот. Так любой единичный можно изучать бесконечно, получается. Да. И каждый любой, человек всеобщий. Не только человека. И не только изучать, но он на самом деле он единичный, он бесконечный. Как яблоки. Потому что бытие, а мы с вами какое бытие изучали, учение о бытии? Мы сначала изучали конечное, а потом, после конечного, дурную бесконечность изучали, а потом истинную бесконечность. Не можете вы сказать про истинную бесконечность, чем она отличается от дурной? Дурная бесконечность представляет собой бесконечную цепь конечных. Так. А конечность представляет собой бытие.
Так я вас про бесконечное спрашиваю. Истинная бесконечность в чем состоит? Вот, наконец-то вот хоть мне удалось его где-то вот чуть пошатать. Тут все отвечает сразу, даже думаешь, зачем я его спрашиваю? Вы специально первые два тома в отдельной книге заставили напечатать, у нас теперь никуда даже... Как трудно вести такой кружок, конечно. Все время кажется, что сейчас вот уже надо уходить. Потом, ну, вроде как все нормально пока. Истина бесконечная в чем состоит? То, что у него нет границы. А? У него нет границы. Ну, это да, конечно. Это вы через отрицание его просто взяли определенность его. Приключился определенное наличное бытие. Кто скажет, в чем истина бесконечная? Товарищ Абасов, за вами слово. Истина бесконечная. Истина. Чем характеризуется истина бесконечная? Конечным. Конечным характеризуется. Учитесь, а вы ветеран. Вот у него лысины нет, а у него седые волосы. Он, видите, как выступает. То есть это такое бесконечное, которое содержит в себе конечное, как свое отрицание. Но оно не рядом это конечное, а в себе содержит. Вот вы как человек бесконечный и вечный, как человек. Потому что вы принадлежите к человеческому роду, так, к обществу. Сущность ваша, у вас общественная сущность или единичная? Общественная. Раз сущность ваша общественная, значит, я правильно сделал вывод, что вы бесконечный и вечный, как человек. Ну, как и единичный человек вы при этом в то же время и конечен, впрочем, как и я. В том смысле, что из этой жизни еще никто не вышел живым. Но элементарно можно, так сказать, сделать себя вечно живым. В чем? В своих делах и в том, что вы сделали для общества. А все вы делаете для общества. Вон товарищ Восковский, он вроде работает для общества. Товарищ Удовиченко, он для общества работает. И он сознает, что он работает для общества, а не просто так, я скажу, что работает и не знает, за что он, что он делает. Шабусов, само собой, тут даже и спора нет. Борис Николаевич, вы тоже для общества работаете или только для себя? Нет, только для общества. Ах, только для общества. То есть вы не едите, не спите, ну понял. Это очень, вы не хотите, не обманывайте товарищей, что только. Вот зачем вам это вот только? Так было все хорошо, вы взяли и испортили всю картину. Нет, чтобы сказать так гордо? Да. Я спросил, вы для общества работаете? Он сказал бы да, и все. Был бы на коне. Нет, он хотел красиво. Красиво, только для общества. И получился обман народа. Застыл, да. Чего вы наобрали людей, столько обманули, или все это записано? Борис Николаевич. Ай-яй-яй-яй. Давайте вернитесь к правильному ответу. Какой правильный ответ? Не только для общества. Ну это какой-то такой, не только для общества, это в основном вы для себя работаете, я понял. А не можете еще более правильный дать ответ? Для общества. Ну вот это правильно, потому что вы же в общество входите. Чего вы волнуетесь за себя-то? Вы что, не уходите в общество, Борис Николаевич? Ну так вот будете сыты, и все будет хорошо. Раз вы для общества работаете, для себя в том числе. Ничего тут такого, никто не требует от вас каких-то жертв. Хорошо уточнили. Ну вот нам приходится вести всякую полемику, да, с товарищами, которые это вот они эти нюансы не различают. А я думаю, их и не различить без вот такой подготовки, потому что мы... Ну вот, не различить, а как, чтобы все такое, кто, как получить такую подготовку, если не вот... Ну, вот так, вот так, ходите в кружок. Ну, вот, вы в кружок-то ведь ходите не изначально, у нас вот есть вот ветераны, которые с первого кружка идут. Или он Степан Степанович, он все время записывает, он все знает. Я только его не спрашиваю, потому что он все равно все правильно ответит. Чего его спрашивать, даже не интересно. А тут как-то оживление. Вот. Так что это вот то, что казалось просто вот ерундой, такой единичный-единичный, всеобщий-всеобщий. Ну действительно, а вам не кажется нелепым говорить, единичный – это всеобщий? Ну как это единичный-всеобщий, когда единичный – это единичный? Ну ведь правда же? Вот яблоко, а это всеобщее яблоко. Какое оно всеобщее? Я его ем, а вы еще продолжаете рассказывать, что оно все. Сейчас отнимите, что ли, у меня? Почему оно всеобщее-то? Я его ем. Или я уже его проглотил, и вы начинаете настаивать, что оно всеобщее. Что сейчас будет? Как вы собираетесь чем-то меня тут пичкать, чтобы это все обратно вернуть?
То есть люди не обращают внимания, что обычное высказывание, вот суждение на личном бытии, оно странноватое. Единично есть всеобщее, или всеобщее единично. Это всеобщее единично. А смысл в этом есть, что всеобщее, оно вот, например, общественный человек только существует как индивид, как отдельный человек. Правильно? Не существует он просто как некий всеобщий человек. Нет этого всеобщего человека. Каждый какой-то конкретный человек. И в другом смысле, единично есть всеобщее. Почему? Потому что человек единичный только тогда человек, когда он проявляет свою общественную сущность. Тогда он человек, а иначе он как животное. Тащит. Ну вот, скажем, у нас вот эти самые миллиардеры, это люди действительные или недействительные? Недействительные. Недействительные люди. Но это люди. Люди, да, но недействительные. Чего так вот страдают по поводу них? Или вот люди, которые говорят, как это были репрессии, подавляли. Так репрессии были по отношению к тем, кто боролся против общества, против недействительных людей. Но недействительные люди немножко, так сказать, пострадали. В той степени, в какой они боролись против общества. То есть вот мы видим, что даже, казалось бы, тут вот на таких элементарных вроде вещах, но на самом деле мы же с вами горизонт определили, мы рассматриваем уже и бытие, и сущность. И мы выяснили сегодня понятие действительности, которое просто ему не везет, очень почти не используется понятие действительного. Потому что не дотягивают, потому что в современном образовании этого нет, потому что в современном образовании нет изучения диалектики. И уж тем более нет изучения науки логики. И все какого-нибудь пытаются подсунуть что-то вместо нее. А в этом что-то точно вот этого нет. И поэтому никогда это не получишь. И поэтому никто не знает, что такое тут. Вот, скажем, убийца – это не действительный человек. Поэтому правильно, товарищ. Бастрыкин выступает за смертную казнь. Надо освобождаться от недействительных людей. Они хуже животных. Животные просто так не убивают. И они или у них бешенство, или они кушать хотят. Но волк не ест морковку и капусту. Поэтому он убивает каких-то других животных. А просто так, чтобы волк, это взбеситься должен волк, чтобы он взял просто кого-то, просто, так сказать, загрыз и ушел. Ну, вы себе представляете такое? Нет. А и тут взяли, убийства у нас идут. А общество говорит, ну 15 лет. Это что значит 15 лет? Это кого наказывают? Нас наказывают. Кормить его. Да, кормить. Вы будете его кормить 15 лет. Вот те, кто у нас, так сказать, убийцы сидят и приговорены к пожизненному заключению, на них в день тратится 30 тысяч долларов. Ну, на все это дело, и на то, чтобы у них был компьютер, и на то, чтобы они выходили в интернет, и на то, чтобы они были острове, и чтобы там охрана была, и у них все питание, чтобы было трехразовое. Вы каждый день гуляете по часу? Каждый. Вот и там тоже по часу все гуляют. Но не все так по часу гуляют у нас из обычных людей. А там все хорошо. Поэтому вдруг обнаруживают, что все уже, которые работали, граждане уже умерли, а те, которые были в местах как соль отдаленных, живут до 90 с лишним лет. Так что мы вот увидели такие. Так вот, перешли мы с вами к суждению рефлексии. Вот. И как выглядит оно? Субъект есть некоторое единичное, как таковое. Вот вид его. Первая фраза первого предложения под пунктом Б, в Б, пункт Б, суждение рефлексии. Возникнет теперь суждение, субъект есть некоторое единичное как таковое. На что тут упор? Что субъект есть некоторое единичное. Некоторое, определенное единичное. Не вообще единичное. Ну, понятно, что субъект есть единичное. Это уже мы проходили. А тут написано, субъект есть некоторое единичное как таковое. Вот форма
рефлективного суждения. То есть все, то, что разыгрывается здесь, вот, все содержание, связано с тем, а некоторые, вот вы некоторый человек, вот некоторые, вот некоторые, вот некоторые, вот некоторые, каждый некоторый, правильно? Но это некоторые может относиться не только, только к одному, а вот некоторые люди, это может относиться и к сразу многим людям, правда? Ну вот давайте смотреть. Субъект есть некоторый, единичный как таковой. Я хочу вам сказать уже из своего опыта, что для того, чтобы увидеть вот в этом тексте сплошном, что здесь в этом сплошном тексте, так сказать, вот является ключевым, что является планчиком, в самом начале обычно дается планчик перед каким-нибудь разделом. Люди там ищут доказательства и сидят вот такими головами, а там нет доказательств и не предполагается. Там имеется в виду планчик. И люди думают, как, особенно по малой логике, кто изучает, что такое малая логика? Учебник для вузов. Вы знаете хорошие учебники для вузов? По математике есть, ну, который Евклид написал. И Пифагор написал. Нормальная логика, но есть такое. Да. А? Учебник, да? Да. Поэтому вот, ну, надо видеть здесь. Здесь мы, что нам помогает? Если уже написано суждение рефлексии, мы видим, что тут рефлексивного. Рефлексия – это отражение. Значит, субъект есть некоторые единичные, так сказать. Вот. Дескать, вот некоторые – это он некоторый или этот некоторый? Тут уже вопрос еще, тут надо разбираться, какое некоторое, правильно? То есть тут встает вопрос о том, какое. Поэтому разные могут быть рефлексивные суждения. Суждение рефлексии имеет вид субъекта, есть некоторые единичные как таковое. Равным образом, всеобщее, потому что другая форма суждения наличного бытия была какая? Всеобщее, единично. Ну не бывает таких всеобщих яблок, которые не были бы каким-то конкретным яблоком, правда? Поэтому всеобщее, единично. Или если уж мы сказали, что яблоко вот это, раз оно яблоко, то оно всеобщее. Хоть оно и там Антоновка, и вот это конкретное, которое я, как говорится, себе забрал и уже съел, только других раздразнил. Но оно все равно всеобщее, то, что оно яблоко. А может наоборот, яблоко как всеобщее, оно только тогда яблоко как всеобщее, когда оно есть единичное. Если таких единичных яблок уже нет, вывели, значит, все яблоки, все. Это будет просто слово яблоко. Слово останется, нет уже яблок, нету. Закончилось. Как есть, скажем, такие виды животных, которые были, а теперь их нет. И растений были и нет. Еще коровы есть у нас. Не надо делать вид, что у нас их нет. Но уже делают вид, что можно обойтись и без коров, если закупать сухое молоко. А воды у нас, особенно в Ленинграде, тут рядом с Ладожским озером, целое озеро молока можем здесь вырабатывать. Из чего? Из ладожской воды и сухого молока. И торговать на весь мир можем. По дешевке. Побьем все. Субъект есть некоторый единичный, как таковой, равным образом. Всеобщее уже более не есть абстракции, абстрактная всеобщность. Посмотрите, слово «абстрактное» выделено. Почему выделено? Потому что Гегель заботился, чтобы нам было понятно в кружке. Он думал, что наверняка найдутся люди единичные, которые, как всеобщие люди, начнут в этом разбираться, во всеобщем. И они обратят внимание на вот это единичное, на то, что все-таки сделано курсивом, раз курсивом, то не зря. И вот написано «абстрактная всеобщность». То есть, чтобы вы не думали, что мы не выкинули всеобщность куда-то, не выплеснули, а просто вы это уже не абстрактная просто всеобщность, а какая-то конкретная всеобщность. Что противостоит абстрактному? Какая-то конкретная, какие-то конкретные. А положено так. Или единичное свойство, а положено как такое всеобщее, которое синтезировало себя воедино путем соотнесения различенных. А что такое? Как вот синтезировать себя путем соотнесения различенных? Наш кружок, уважаемые товарищи, синтезировал себя путем соотнесения различенных. Ну вы различаете всех присутствующих? Всех различаете? Ну, если у нас кружок, это не значит, что у нас нет отдельных людей. Не значит. Но они соотнесение различенных. А с чем надо соотнести? С занятиями по науке логики. Если вы с этим не соотносите, то вы не кружок.
и мы не кружок. Или, скажем, если я себя не соотношу с участниками кружка, то я никакой не руководитель кружка. То я сижу, тут изображаю, а Степан Степанович записывает, а никого нет. Тогда зачем пришли вообще тогда? Я вот пытаюсь уже сколько лет разогнать, но все время люди приходят и приходят. Никак не удается. О чем это говорит? Настойчиво больные люди у нас хотят вот изучать диалектику, и все. О чем? Раз это они хотят изучать диалектику, значит, надо... Это значит, идет что? Посмотрите как. Которая синтезировала себя воедино путем соотнесения различенных. Вот мы все различенные, Борис Николаевич, вы различенные от других. Но мы соотносим себя с вами, вас с нами. Да? Или, если его рассматривать со стороны содержания, разных определений вообще, как самособирание воедино многообразных свойств и существования. Как вам нравится кружок наш, как самособирание воедино многообразных свойств и существования? Красиво. Так красиво. Невозможно. Кто-нибудь может так вот без науки логики красиво сказать про кружок? Наш, товарищи, кружок... Любители гегельской диалектики – это самособирание воедино многообразных свойств и существований тех людей, которые а. непосредственно здесь присутствуют, а также присутствуют в виде тех, кто регулярно смотрит все эти занятия, которые записывает товарищ Самсоненко, которого никогда не видит по одной простой причине. Он не потому его не видно, что он скрывается. Потому что он именно записывает. Поэтому он, между прочим, в этом самособирании играет очень важную роль, Степан Степанович. Если бы он не записывал, то кружок наш был бы, как говорится, ограничен ленинградцами. А наш кружок не ограничен ленинградцами. Сколько в нем примерно человек? Ну, 1500-то есть? Примерно, да? Ну, мы смотрим, сколько регулярно смотрит. То есть вот выходит наше занятие очередное. Степан Степанович передаст товарищу Тюленеву, который участвует в этом самособирании воедино. Товарищ Тюленев все это оформит красиво и выдаст это самое КЛГД. И на сайте Фонда Рабочей Академии на YouTube будет вывешено очередное занятие. В данном случае занятие по суждению о рефлексии. Мы суждение о рефлексии с вами начали. А для того, чтобы его начать, нам пришлось к нему подойти. И мы не только к нему подойти, но мы и усмотрели, в чем оно состоит. И увидели в нем, в этом самом суждении, уже отражение или выражение самого нашего кружка. Потому что самособирание. Но это относится не только к кружку, наверное. Наверное, и партия тоже есть. Политическая партия – это самособирание воедино различных. Или, как говорил Маяковский, из... Из голосов сплетенных, тихих и тонких. От него лопается укрепление врага, как от барабанного боя, перепонки. Сила класса, воля класса, слава класса. Вот что такое. Спиной хребет рабочего класса, вот что такое партия. Маяковский писал. Я думаю, что мы его должны вот, в порядке самособирания зачислить, наш кружок, почетным членом. То есть вот он в своей поэме, Владимир Ильич Ленин, проявил глубокое знание и ленинизма, и диалектики, безусловно. Ну, поскольку мы, так сказать, не всеобщие люди только, а и конкретное, у нас есть конкретное время. Конкретное время показывает, что время нашего занятия сегодня истекло, и мы сейчас наметим следующее занятие. Значит, следующее занятие, у нас занятие через 2 недели по вторникам. Если у нас было занятие сегодня 12-е, то... 19 и 7. Ноябрь, так. Я вижу, что мы 26 ноября. 25. Это у вас 25, а у меня 26. И в календаре 26. Ну, я самособирание с календарем делаю. А вы хотите самособирание делать без календаря?
Это же тоже входит в понятие самособирания. Как мы можем собраться без календаря? Один подумает, что 25-го, другой 23-го. И все в разное время придут, а их тут никто не ждет. 26 числа в 19 часов мы с вами продолжаем занятия. Я всех благодарю за активную работу, за участие и за понимание. Мы продвигаемся с вами. Тот, кто скажет, что мы очень медленно идем, ну пусть покажет, как надо быстрее. Я еще не видел, кто быстрее и кто до этого места дошел. Насколько я знаю, таких людей в стране у нас, я думаю, и в мире нет. Потому что это такая гора интеллектуальная, что на эту гору просто так, с кондачка, если кто-то захочет нас догнать, то ему очень долго надо добежать только до того, чтобы до подножия горы добежать. Вот, потому что некоторые люди хотят прийти туда по каким-то там непонятным ступенькам деревянным, которые гнилы, которые обязательно рассыпятся или развалятся. А мы, хоть мы и двигаемся не так быстро, как хотелось, но мы двигаемся в плане своего развития постоянно. И ничего вредного в том, что мы развиваемся, в интеллектуальном отношении нет. Правильно? Вот, так что вот, а поспешность нужна при ловле блох. И мы еще выбрали такой темп, чтобы наше занятие не сталкивались с нашими другими обыденными прочими делами, поскольку мы конкретные люди, чтобы это самособирание не ломало нашу жизнь и не делало ее очень трудной и тяжелой. А вот, скажем, раз в две недели посвятить один час изучению, науки логики и диалектики, ну, с учетом, конечно, подготовки, это не очень много, но это как раз очень важно, что это систематическое обращение к этому. То есть у нас это не пропадает из нашего опыта, из ритма нашей жизни. Ну, а то считается, что вот зубы надо чистить, лицо надо умывать, ноги надо мыть, ногти подстригать. А мозг можно не развивать. Как-то странно. Поэтому мы ничего особенного с вами в этом кружке не делаем. Просто мы с вами, так сказать, и секреты тоже не делаем из того, что это кружок всех людей, которые систематически развивают свой мозг. А как можно его развивать? Нельзя же мозг просто вообще развивать. Каких-то развивать самым, что ни на есть, передовым образом. Мы изучаем самую передовую науку о понятиях. Изучаем диалектику. С чем я вас и поздравляю. Мы должны понимать это с достоинством и относиться к себе с уважением. Вот, вы уважаете себя? Так. Себя уважаете? Стараюсь. Он старается. Ему трудно, но он старается. Спасибо. Я думаю, что мы на этом можем закончить. Спасибо, товарищи.